Первый класс с 6 лет. Со следующего учебного года в Алматы вводят новые правила приема в школу. Изменения в закон об образовании ввели еще в январе. Сегодня в управлении образования поспешили разъяснить новшества. Родителям советуют не беспокоиться и заблаговременно приготовить необходимые документы. Со следующего года родители должны подготовиться. Необходимо готовить детей отдать в школу с 6 лет. Сегодня же в управлении подняли проблему трехсменки и обсудили пути решения дефицита мест в школах. По словам главного педагога Алматы, эти вопросы на контроле акима города. В мегаполисе уже запланировано строительство образовательных учреждений и пристроек, а также сейсмоусиление и капитальный ремонт. На сегодняшний день, к началу учебного года, в 5 школах ремонтные работы завершены, и они уже функционируют с 1 сентября, работают, а там организован учебный процесс. В 4 школах продолжается, в 2 школах, это, значит, согласно договору, ремонтные работы завершатся в декабре текущего года. Значит, 2 объекта, 2 школы, это переходящие объекты на 2020 год.